Всем привет! С вами опять Монах Синема. Мы там как-то были на Данковской ГЭС. Вот. И, блин, сегодня прохладно очень. Такая глубокая осень. Вот. И я тут по дороге еще одну ГЭС увидел. Она совсем другая, но очень похожа. Вот. Можете сравнить и посмотреть. Поехали. Здесь вот такие заслонки стоят. Вода бурлит вовсю прям. Представляете, какая мощь? Не знаю, вот эта стена рукотворная или нет, но вот в этой вот арматура залита площадке. В этой площадке арматура залита. Так же, как вот, допустим, в той ноге. Но ее уже так видно нормально подмыло. Ребят, я вам скажу, что находиться рядом с таким потоком немножко страшновато. О, а вот та самая площадка, на которой я стоял, смотрите, как ее подмыло. Блин, шум тут, вот тоже подмыло. Шум тут как на заводе. Тоже вот такие вот отбойники лежат, как на предыдущей. А тут вымыло середину сильно. Немножко она по-другому расположена. Вот. Но, блин, очень похоже. Как будто та же самая. Здесь, судя по всему, довольно-таки глубоко. Ага. Значит, речка разделилась на две части. И, естественно, я в интернете потом найду описание этого объекта, вот, и выложу под видео. Ну, то, что он очень старый, ну, тут даже не нужно объяснять, и так видно. Довольно-таки глубоко тут. Прям что-то меня прорвало в последнее время на всякие ГЭС. Так, это мы у самой воды находимся. Сейчас вот по этим плитам пройдем. Они, правда, конкретно погнутые, но... Тут он через стены вода течет. Оттуда вон пузырики идут регулярно. Вон видно, откуда-то из стены
И вот там тоже. А вот тут, конечно, уже трэш. И тяжело вообще понять, откуда тут вода бурлит. Тут все вообще в пузырьках. Вон окошечко. Может быть, сейчас мы в него попробуем попасть. Правда, не знаю, каким макаром. Но попробуем. Здесь вот тоже было окошечко. Заложили. И тут заслонки были. Вот сразу видно. Хоп-хоп, что-то здесь поднималось. Поднималась, опускалась. Тут тоже окошечко было заложено. Блин, судя по всему, здесь течение. Вот из этого идет течение. Только как оно просачивается, не могу я вам сказать. Вот так оно выглядит. Ух! Да, серьезный объект, я вам скажу. И что характерно, тут еще не до конца железо поспиливали. Вот тут как. Решетки стоят, и туда вода затекает. А затекает она вот в эти емкости. А как дальше просачивается, непонятно. Здесь вот тоже решетка. Но здесь засыпано песком. Здесь тоже решетка. Но не засыпано песком. А вот тут вот. Вот тут вот как раз самый трэш пошел. Поток воды просто сумасшедший. Здесь круговорот идет. Я думаю, если туда упасть, то будет серьезно. А, вот в это помещение мы хотели с вами попасть. Я даже не знаю, какая глубина там. О, а таз вообще полный. Вот так вот это издалека выглядит. А, вон даже турбина лежит, одна. И вот туда вода падает вниз и течет. Здесь-то вообще все, вообще разбомбили. Только странно, что с этой стороны я турбину не видел. Блин, сюда заходишь, и реально страшно. А, и вот такие вот ворота были. И вот механизм. Сам механизм, который поднимал эти ворота. Вот. Здесь, походу, стоял какой-то двигатель. И он наверх тащил вот эту заслонку. А она в свое время тащила вон деревянные столбы, сделаны были что-то вроде ворот. И они поднимались наверх. А вот такая вот решетка стояла, чтобы туда под лопасти никто не мог попасть. И их потом периодически чистили. Но это песком специально засыпали. Так, для дебилов, ну, вроде меня,
написали вот такое вот предупреждение. Внимание, проход запрещен, угроза обрушения. Но, парни, как я могу туда не попасть, чтобы вам показать всю вот эту вот мощь, которая здесь была? Вот она, турбина, которая вращала что-то, генератор какой-то. И он в свое время вырабатывал электричество. Да, тоже вот какой-то механизм. Ух. Вот тоже шестерня стоит от генератора. Ну, генератор вот здесь должен быть, по идее. Вот это мощь. Вот еще одна. Их получается раз, два, три, четыре. Четыре турбины было. Четыре турбины. Какие-то маленькие проходики. Вот еще какой-то железный вал. От чего, непонятно. Так. Поднимемся чуть выше. Естественно, скорее всего, вот это была смотровая площадка. Вот здесь вот находились трансформаторы, которые как-то электричество там перерабатывали из чего-то в чего-то, из ваты в омы. Ну, вот тут помойка, к сожалению, стала видно, как бы. Вот. И отсюда наблюдали, как работают те или иные агрегаты. Вот. Плюс здесь были большие окна, в которые можно было выйти и посмотреть. Да, эта заслонка закрыта, та закрыта. Вот. И так, по большому счету-то, если разобраться, то... Ёк-макарёк. Вот это высота, конечно. Жесть. Вот. Видно, что та заслонка закрыта, эта заслонка закрыта, эта была открыта. Ну, а это, блин, она просто рухнула в воду. Вот. А, ну вот тут еще электричество какое-то было. Там вот наверху еще один какой-то этаж есть. Но... Чё-то я туда входа не наблюдаю. Вот это, скорее всего, главный вход был. Ну да. Ага. А, ну вот здесь тоже написано. Внимание, проход запрещен, угроза обрушения. Мы все прошли. Ну и, соответственно, отсюда провода выходили и шли либо на тот берег, либо еще куда-то. Никто не знает. Много вот таких вот толстостенных труб. По периметру тут везде вкопано. Вот кусок стены. Этот, скорее всего, вывалился. А возможно, что здесь под углом как раз стояла та самая воротина, которая открывала воду. И, кстати, видите, вот там вот надпись: твоя мама знает, что ты. Все мамы знают, не только твоя, все мамы знают, что вы лазите вот по таким вот ужасным местам. Поэтому слушайтесь родителей. Не надо их нервничать, заставлять. О. Ну, блин, это, конечно, сила. Мощь. Тут, скорее всего, тоже какой-то механизм стоял. Вот. Это я не знаю, это просто шестерня, которая... А, ну и там, наверное, такая шестерня стояла, которая просто тупо поднимала всю вот эту цепь. Всю вот эту цепь.
на которой были приделаны бревна. Почему бревна? Потому что вот тут вот остались куски бревен. Вон они. Соответственно, ворота были из бревен. И вот он сам механизм, который приводился таким вот макаром, таким действием. Вон даже вторая часть валяется. То есть получается, что вот таких вот штук должно было быть три. Одна вот здесь вот стояла. Это потом поставили, чтобы она не расходилась. Ну, слишком там маленькое расстояние. Не могло же оно съехать. Хотя, блин, все могло быть. Ну и, соответственно, вот такая вот интересная арка. А, так там на арке тоже что-то есть. На. А вот как раз туда-то я еще и не дошел. Поэтому мы сейчас идем на эту арку. И потом... домой. Раз, два, три, четыре. Четвертая просто конкретно вообще засыпана. Надеюсь, я отсюда не рухну. Вот это, конечно, сильно. Ну и теперь общая панорама, так сказать. Все, всем пока. Увидимся в следующих роликах. О! А это что такое-то? Что это такое-то? До Нового года еще вроде далеко. А тут уже елочные игрушки вешают. И возможно, что вот это здание, оно каким-то образом относилось к этой ГЭС. Блин, ну вот так, конечно, смотришь, это как какой-то вообще трэш. Я вот знаю, меня много смотрит, наверное, молодежи. И многие думают, ух, блин, мне бы сюда попасть. Я бы здесь искупался, понырял там и так далее. Ребят, жизнь это не компьютерная игра. Иной раз ее реально не перегрузишь. Это шаг в одну сторону. Вот тут на стене надпись... Ежов Василий Владимирович. Судя по тому, что он в 83-м году родился, а в 2000-м умер, причем в мае, в конце мая, это как раз говорит о том, что он здесь утонул или что-то с ним случилось. Поэтому не рискуйте жизнью. Всем пока.